Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В воскресенье в Самарской области облачно, местами осадки в виде дождя и снега, днем 0 плюс 2 градуса, ночью 0 минус 2. Ветер юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурно и снег, днем плюс 1, ночью нулевая температура, юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег, температура воздуха днем плюс 2 градуса, ночью 1 с минусом. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Самаре облачно, возможен небольшой снег. Днем плюс 1 градус, ночью 1 ниже 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.